Всем привет! Мы уже проснулись, позавтракали и едем за моей посылочкой, за одеждой. Вот, у нас сейчас 11 часов, вот. И потом приедем, я вот даже не знаю, нам потом домой ехать или к маме заедем. Мы еще посмотрим. Сейчас сначала я за посылкой еду. Я вообще не верю, что в Ноябрьске я стою в пробке. Я вот на этом светофоре уже стою раз третий, жду. Теперь поеду я, наконец-то, первая. Так, вот, забрала две. Представляете, оплетка на руль перешла красно-черная. Так что я ее переплетать сегодня буду. И вот она, посылка с одеждой. Так, вот она, оплетка на руль. Такая вот красненькая, в принципе. Красота. Буду ее шить сегодня. Она точно такая же, просто вся красная. Ну, с красными ниточками. Так что вот, что буду зашивать, я оставлю ее в машине. Так, открываю коробочку. Ля-ля-ля. Боже, какая я радостная. Так, здесь у нас... Так, да, для этого случая я припасла ножичек. Вот. Все. Вот она, моя одежда. Какая я радостная. Так, сейчас буду это все раскладывать, а потом одевать на себя. Так, смотрите. Мне этот топ-бра вышел на 50% скидки, так как я заказала пижамку. Если она будет не слишком вульгарно смотреться, я его померю и тоже вам покажу с этими шортиками. Вот такая вот пижамочка. Я, конечно, все думаю погладить перед тем, как мерить. Посмотрим. Также вот с такими шортиками, футболочка розовая. И бирюзовый наборчик, футболка. И велосипедки. Сейчас все это покажу на себе. Я рада.
Так, у меня разморозился фарш. Сейчас так мне нужно сварить рис, потому что я решила сделать сегодня что на обед с Дамиром, что на ужин с Витей. Кстати, да, Витя на работе. К 10 пошел на работу. Он там ненадолго, то есть не как обычный рабочий день. Вот, надо сварить рис. Я сегодня решила сделать тефтели. На пару даже, на пару. Я не знаю, просто мы с Витей подумали, если вот реально понравится вкус еды на пару, то хотим на нее перейти. И вчера опять начали разговаривать о том, чтобы как-то по-другому питаться. Хватит, уже объелись гамбургеров, уже надо что-то другое. Поэтому вот такие вот делишки, будем сейчас плавно переходить на что-то другое. Но он сказал, сейчас попробуем, каково будет вот это. На пару все. Ой. И все такое. На выкид сегодня пойдет этот набор. Или в гараж, да, в гараж, видите, как тряпочка. Привет, привет. Ко мне мама после работы пришла. Вот, не смогла, конечно, маму накормить. Только что вот налепила тефтели, на пару буду готовить сегодня. Ничего, чаем вот. Напоила. Да. Чаем напоила. Ой, первый раз это все делаю, поэтому даже не знаю. Написано сделать варку на пару 25 минут. Так, тефтели поставили, теперь маму домой отвезу. Да. Она тут работает возле моего дома. Да, мам. Все, мы садимся кушать, всем приятного аппетита. Я уже хожу в своей новой одежде. И, кстати, получилось очень вкусно. Тефтельки получились офигенные. Но я немножечко много перца добавила. Чуть-чуть такие, с перчинкой. Так, я села порисовать. Буду сегодня эту деревяшечку рисовать. Вот, что-то у меня телефон вырубился. Ноль процентов. Всем привет! У меня мама сегодня красотка, да. Такая. Новое платьишко домашнее. И вот смотрите, он от нашей прабабушки, ожерелье. Очень красиво. Рубинчик. Рубин, да. Так, сейчас будем Ксюшке еду новую ложить. Мама корм ей купила. Вот такой вот. Рио корм. Все, идем сюда, мамуль. Ксюшка, ты такой скучаешь, да? Ага, скучаешь. И тум. Она просто это у нас такая бояка вообще. Что-то тут непонятно, что тебе тут хозяин наварякал. Гена, что ты там это? Все да, подряд. Все склевало, да. Уже нету ничего. Ну-ка, давай водичку тебе сделаю. Да там снизу есть, мам. Все. Сверху нету, а снизу-то есть. Нет, нету, она везде. Мам, как этот цветочек называется? Цветет в двух местах. Мужское или женское счастье? Женское. Женское счастье, вот. Да, скоро, скоро, скоро будет уже красивый цветочек. Да. В двух местах. И ура! Я хочу себе вот этот у мамы отсадить. Вот этот вот долларовая. Такая холёсая девочка. Симочка. Симочка. У мамы симка. Холёсая девочка. Мама, девочка. Так, все, мы телепортировались домой. И теперь я буду монтировать это видео. Вам выставлю, чтобы пораньше так получилось, а не как обычно в 2 часа ночи. Вот, так что всем пока-пока. Увидимся уже скоро.